Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Energy Gaming TV. Меня зовут Игорь, и мы продолжаем прохождение строительства в игре под названием City Skylines. Что ж, поехали заселяться. И первое закрепление — это у нас человек. Меняем имя Терри на Данил Борисов. Данил, держи своего человечка и закрепляем. И, ребятки, я тут сразу хочу пометить. Проблемки появляются. Люди-то, которых мы назначаем, друзья, они помирают. Вот, видите, у меня уже люди, которые были назначены. Все. Их уже нету. Так что имейте это в виду. Давайте их убираем тогда. А мы поехали дальше. И следующее заселение у нас получается. Человек попросил закрепить за ним самое высокое здание в игре. Но так уж случилось, что все высокие здания и постройки, они уже закреплены. Поэтому, Ренат, тебе даю вот это вот оригинальное, необычное коммерческое здание. Оно третье, получается, по высоте у нас на данный момент. Это единственное, ну, что я нашел самое высокое. Поэтому я надеюсь, ты будешь доволен. Довольно-таки. Кстати, очень оригинальное. Такого здания у меня еще не было. Так что вот такие пироги. Ты теперь владелец вот такого прикольного здания. Следующее закрепление на маршрут. И давайте назначим первый маршрут. И он называться у нас будет... Хобочки! Абдор Экспресс. Мистер Абдор, вот твоя просьба выполнена. Оп. Теперь у нас есть маршрут. Кстати, да, кстати, ребят, не забывайте, можно опять же маршрутики какие-то называть. Тоже давайте присоединяйтесь к мистеру Абдору и тоже можете предлагать свои названия для маршрутов. И следующее закрепление у нас нового человека. Джеймса переименовываем в Балан Табын. Собственно, оп, закрепляем, смотрим. Ну вот, он тут есть сейчас. Оп, так вот сделаем. Так, секундочку, я тут кое-что накосячил. Вот этого персонажа я не переименовал. Хорошо хоть заметил. Ну, скорее всего, мне бы подметили бы, что я этого не сделал. Ну, все, теперь у нас все назначено. Поехали дальше. И последнее закрепление на сегодня у нас вот такой вот домик. Такой вот коттеджик уходит Дмитрию Маликову. Держи, Дима, тебе твой дом. Он, в общем-то, здесь находится у нас рядом с парком. Парк, конечно, японский сад у нас такой своеобразный, но все же рядом. Плюс рядом у тебя по соседству есть еще люди, которые живут, подписчики. Так что, я думаю, вам будет уютно. Здесь, в принципе, вообще, в принципе, в целом райончик такой уютненький, такой атмосферненький. Мне лично очень сильно нравится. Думаю, здесь тоже у нас есть жилище какое-нибудь подобрать. Так, ну и по заселению вроде у нас все. Сейчас проверю кое-что. Да, по заселению вроде у нас все. По районам мне писали... Кстати, районы я не выделил, так что, ребята, если что, в следующей серии районы буду называть. Вот этот район, я просто не помню, как он называется. Я почему-то себе подметочку не поставил. Ник, кто предложил, поставил, а район нет. Так, потом мне писали, что где-то у меня район какой-то неназначенный. Мол, типа, то, что я сказал, у меня только один район есть на назначение, а где-то у меня, говорит, еще есть. Так, и вот я пытаюсь сейчас его найти, но я, если честно, не вижу. Ну, вообще, вроде все районы названные. Ломбард, Зеленая Роща. Вот только единственный район, который у меня не назван сейчас. Ну, а старые районы вроде все у нас названные. Форест Парк. По-моему, тоже, кстати, мне кто-то предлагал название такое. Так. Да, все названо. Ладушки. А ладушки, если что, мне напишите, какой район не названный, где и как. Я чуть... просто, я, может быть, я не вижу. Ну а мы что с вами делаем? Мы будем продолжать с вами строительство вот этого нового нашего замечательного плотного большого района. Запускаю время. Все. Нам нужно будет сейчас поставить здесь еще жилую зону. И чтобы все было красивенько. Так, давайте, наверное, здесь немножко... Хотя нет, там так же сделаем, да? Да-да-да. Так, там есть парковочки у нас. Здесь тоже надо замутить свои парковки ребятам. Чтобы не было проблем, чтобы они не переживали, что некуда машину поставить, правильно? Вечная проблема всех больших городов. Так, особенно во дворах. Сюда-сюда. Ну, давайте две парковки так сделаем. И здесь плотненько теперь застроим. Давай так вот просто, плотненько прям. Вот так вот. Все, здесь мы сделали. Давайте теперь аккуратненько. Здесь у нас магазинчики есть. Давай сверху замутим немного магазинов. Давай сюда. Сюда. Отлично. Так, ну давай сюда. И сюда. И сейчас мы тут еще сделаем немножко... Сейчас они тут построятся, чтобы я смог ориентироваться. Ну, начинайте строиться. Что вы не строитесь-то? Так, а я
А я так увижу? А, кстати, я так могу увидеть тоже. Угу, окей, хорошо. Так, 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 давай вот сюда. Вот так вот. Делаем пешеходную... Чё тихо? Делаем пешеходную... Да, ой-ой-ой-ой, не-не-не. Не годится, не годится. Хотел сделать пешеходную дорожку, но здесь деформируется сразу место. Будет не очень хорошо. Единственное, только можно чуть подальше сделать. А можно вот этой дорожки пустить, да? Сейчас, подождите секундочку. Так, дорогу. Хотя на один фиг, сейчас, скорее всего, испортит. Да-да-да. А здесь нам, получается, интересно, снесет здание, да? Слушайте, нет, там, где уже построилось, все нормально. Хотя, как сказать, нормально. Не, ну здание, смотри, стоит. Не сносится. Угу, окей. Окей, окей, окей. Так. Так. И вот такая у нас будет пешеходная дорожка. Не знаю, что здесь построится. Но здесь, в принципе, он построил что-то. Какие-то он ларьки строятся. Ну, в общем-то, так у нас это все дело выглядит. Пешеходная дорожка. Здесь немножко мы сейчас ее озеленим. Посадим какие-нибудь красивые деревья. Вот такие большие деревья. Ну, нормальные. Так. Хаотично так посажу тут. Немного деревьев. Так сказать, отделим трассу. Немножко такой зеленостью. Так, у нас появляется центр региона. У нас появляется солнечная электростанция. Отлично. У нас пока, в принципе, с электричеством никаких проблем нет. У нас там запас есть бюджета, можем поднимать и спокойно будет все хорошо. Так, сюда. Сюда. Так. Вот так. Ну и кустиков немножко тоже понатыкаем. Так. Кустарничков так вот чук-чук, тоже хаотичненько. Угу. Все. Ну, как-то так вот это все дело выглядит. И такой у нас полноценный район получается, да? Здесь, в принципе, есть место отдыха. Есть все необходимое. Так, что у нас здесь? Полиция здесь, я думаю, справится. Пожарка. Пожарные здесь нужны. Так, давай, наверное, вот куда-нибудь вот сюда поставим пожарных. Как бы они будут следить за этим районом. Так, у нас еще здесь тоже. Не очень хорошо с пожарной безопасностью. Ну, тут пока нормально, ладно, пока не будем особо застраиваться. Хорошо. Дальше. Автобусы я позже сюда тоже проведу. Здесь у нас все норм по дороге. Так, хорошо, ладно, давайте дальше думать. Я думаю сделать тоже еще сразу один новый райончик. И надо провести здесь как-то дорогу. Вот я думаю от этой дороги взять и провести сюда еще дорогу. Но хотелось бы, конечно, чтобы она либо шла под ЖД, либо над ЖД. Не хотелось бы, чтобы она приходила через ЖД. Я, кстати, вообще не знаю, получится ли у меня, чтобы она прошла по ЖД. Ну-ка. Кстати, вообще дорога не проходит по ЖД. Получается, ее нельзя... Ну-ка. А, не, вот так вот можно, все, я понял. Угу. Так, и типа дальше я могу строить, да? Ну-ка. Да? Да-да-да. Переездик. Ну, это будет скопление. Хотя для атмосферы можно так сделать, по сути. Возможно, так и сделаем. Ну, нам пока еще рано об этом говорить. У нас здесь еще площадь огромная. Ее нужно пристыковывать. Так. Пока школами я здесь не занимаюсь. Это, в принципе, нас хватает. Так, райончик. Сколько у нас сейчас людей здесь живет? Почти 800 человек в этом районе. Нормально. Так, для сравнения, в этом сколько? 800. Да вы что? Серьезно? Здесь 800 и здесь 800? Ха, забавно. А здесь сколько? Подожди. Да, да покажите мне. 500. Угу. Интересно. Ну да ладно. Так, ну давайте немножко покумекаю на одном районе, мы продолжим. Так, ну что, у нас тут ЧП какой-то, у нас гроза намечается опять, стихия.
Нас предупредили. Ну, у меня, в принципе, службы есть, так что я думаю, наверное, беспокоиться не о чем. Если что, вертолеты у нас имеются. Должны потушить. Так что я занимаюсь. Но я здесь поставил небольшое колечко такое вот интересное. И сейчас от него будем думать дальше. Я хочу сделать деловую зону. Где-то здесь ее поставить. Скорее всего, хочу ее поставить вот сюда. Продолжить. Потому что здесь я хочу пристыковать, опять же, промышленную зону также. Ну, к деловой зоне промышленной было бы очень удобно. Ну, в плане бизнеса, все такое. Вот. Ну, и здесь потом продолжить какой-нибудь еще жилой зоной, жилым сектором. Поэтому возьмем, наверное, за основу вот этой дороги. Так. Давай вот сюда вот. Так, сюда. Так. Потом резко идем сюда. Там резко выводим сюда. Так, все-таки попробую сделать вот такой проезд. Так. И здесь я хочу в целом увеличить дорогу. Так как она здесь узковатая, я думаю, скорее всего, поток транспорта здесь будет явно больше. Поэтому нужно его увеличивать. Да, строения сейчас несутся, но это не беда. Так, а здесь у нас дорога уже широкая. Все, только здесь у нас остается. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Кстати, ни одного пожара еще пока не вижу. Где-то гроза бьет, но она где-то далеко бьет, по нам пока не касается. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Скорее всего, это же еще заранее предупреждение, там какое-то время должно пройти, у нас же там оповещение стоит. Поэтому сейчас начнется долбить. Ну, блин, я опять же говорю, что у нас есть вертолеты, я надеюсь, они справятся с этой стихией. Эвакуировать я, естественно, никого не собираюсь. В принципе, здесь, ну, нету такой... Это не самая страшная стихия, на мой взгляд, которую можно бояться. Так, здесь мы открыли дорогу. Угу. Так, ну и давай теперь сделаем деловую зону. Так, пустим одну дорогу. С зелеными тротуарами. Давай сюда. Вот так вот. Сюда. Так, потом. Здесь прям так вот рядышком хочу пустить. Нет, подожди, чуть-чуть подальше. Не так. А хотя можно и так, в принципе. Такие будут три квадрата у нас тут. Зоны. Прям такие узенько-узенько. Так, давай, значит, три квадрата. Так. Так, подожди, здесь вот так вот. Пока что одну дорогу сделаю въезд. Если будет сильно напряжен, то еще сделаю. Ну, здесь, я думаю, не сильно будет большая деловая зона, поэтому ну, нормально должно быть все. Так. Давай еще сюда вот. Не. Так, здесь не будем приступать. Ладно, вот так вот пока сделаю. Выезд только один будет. Ну и заезд, и выезд. Хотя, в принципе, знаете, что можно сделать? Вот сюда вот еще так вот. Оп, пристыковать. С кольца, да? Оп. И все. И здесь у нас будут люди, кому надо, могут сразу сюда съезжать, кому надо будет здесь выезжать, чтобы по прямой ехать. Как бы у нас здесь съездов полно, поэтому можно прикреплять спокойно. Так, ну что у нас там? Я вот все переживаю. Вроде как сам себе сказал, что ничего страшного. Но все-таки что страшно. Так, у нас первый пожарный. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Этот пожар, в принципе, за пределами. Я пока замолкаю постоянно, когда она говорит, потому что... Так, что у нас? Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Так, что-то она прям разгалделась, если она прям... Тут одна гроза ударила, она панику поднимает, как будто, я не знаю, нас тут сейчас всех разорвет к чертям. Ладно, не отвлекай меня, женщина. Давайте проведем сюда сейчас водичку сразу. Сразу проведем. Так.
Так, и отсюда. Не, даже можно пониже чуть-чуть взять, да? Ну, так вот сделаем. Ладно, хрест, там чуть можно было ниже опустить, но я не буду там уж прям совсем вымерять эти вот единицы. Это уж прям совсем уже зашквар. Так, хорошо. Здесь теперь делаем... Сразу ее отгораживаем. Деловую зону нашу. Чуть поменьше давай сделаем. Так, подпрыгну. Ну, при необходимости я ее сделаю побольше, если надо будет. Я ее делал специально небольшой, поэтому сделал здесь на ней немало так перекрестков, потому что у меня небольшая будет зона. Ну, хотя как у меня здесь, только вот здесь перекрестки, в принципе. Ну, опять же, я думаю, что, скорее всего, у нас там все нормально будет. Поток справится. Так, вот. И здесь я хочу поставить вот так вот. То бишь, 3 на 3 квадрата. Так, подожди, здесь у нас получается не совсем как хотелось бы. Так, подожди, давай как-нибудь тогда посерединочке замутим. Вот так вот. Вот, отлично. И здесь также. А там можно, например, парковочку поставить или еще что-нибудь. Так. Так, здесь давай, допустим, у нас... Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. 5-4 квадрата будет у нас здесь по краям. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Так, я немножко голос этой женщине убавил, а то прям уж совсем она громко вещает. Я аж, у меня аж в ушах там все трещит нахрен. Ну и скорее всего я по записи видел, что довольно-таки тоже громко. Если опять же будет еще громко, то еще убавлю. Просто истерирует что-то, она прям, не знаю, как будто у нас тут землетрясение или цунами идет, или, ну, прямо, это всего лишь гроза, и по факту она даже, все, уже кончилась. Уже успокойся, уже, все, все прошло, даже ровнее. Не мешай мне строить. Так. Хорошо. Давай сразу еще сейчас здесь немножко замутим магазинчиков. Ну, давай таких небольших. Здесь, допустим, 4 квадрата. Так. Ну и одну такую большую зону где-то здесь. Давай вот так вот. 4 на 4. Угу. Все. А, у меня пауза, думаю, что-то все зависло. Блин, можно, по-моему, еще даже тише сделать, да? Так, давай-ка здесь поставим сейчас людям парковочки, парковочки. Так, у меня есть специально, кстати, о, кстати, смотри. Идеально подходит, да? Давай сюда. Так, погоди, что-то не идеально подходит. А, здесь, думаешь, у меня квадратов больше, да, получилось? Мне получилось здесь квадратов больше, потому что здесь я сделал по-другому немного, да? Ну ладно, я думаю, здесь одной парковки хватит. Так, и им нужен свет, видите, жалуются. Хотят, говорит, эй, начальника, света дай. Сейчас вам будет света. И света, и Юля. Ой, а, все правильно. Хотя я что-то в линию веб, думал, провожу. Оп, все, вот вам света. Так, здесь проходит. Ну, в принципе, нормально, что. Движение идет, вроде какие-то пока пробок я не замечаю. Ну, пока еще рано их замечать, потому что здесь у нас район еще такой скудненький. Роузвуд Хайтс. Ох, название. Давайте мне, ребята, какое-нибудь хорошее название придумаем вот для этого района, для делового. Какое-нибудь деловое. Деловой район. Давай, так, никакие дома. Все. Здесь у нас тоже будут еще офисные. Давайте здесь такую сделаем. Ну, так вот, 3. 3 на 3 тоже, только длинная. Ну, 3 в смысле, и в длину там вот так вот. И здесь давай сделаем. Интересно, будут они вот такие маленькие делать офисики? Давай посмотрим. Так. Отлично. А, здесь я могу пустить, допустим, пешеходную дорожку. Экспериментирую. Новые всякие прикольчики тут Нет, походу не получится. А, нет, они получаются, прикольно. Давай тогда сделаем. Так. Отсюда. Оп. Оп. А здесь криво. Ну ладно. Хе! Что-то зажали один офис, бедолага. Не, ну смотри, строится, что? Что зажали-то, видишь? Строится, все норм. Полноценный, как этот, только с дорожкой. Че вы на меня наезжаете-то? Надо, у меня же все хорошо. Да, я шучу. Вот.
Зато у нас здесь сразу тропиночки такие, удобненько подходить, подъезжать там, не знаю. Так. Надо здесь какой-нибудь сделать им парк, ну, типа там для деловых встреч, там, знаете, встретиться со своими партнерами, там, пообщаться за дела, за бизнес. Это парковка, кстати, здесь можно. Да хорош ты там паниковать-то уже, давай мини-парковки еще сделаем в здании. Ты посмотри, а ее там что, сломали? Не понимаю, что происходит. Так, здесь у нас фонтанчик. Все. Так, ну и все, вот у них, пожалуйста, у них здесь есть фонтаны для встреч. Можно будет проводить здесь беседы какие-нибудь деловые. Ну, или просто в обеденный перерыв спуститься и покушать спокойно на свежем воздухе. Вот такая у нас получается небольшая деловая зона. В принципе, если что, я ее могу расширить спокойно. Так, хорошо. Что мы еще можем сделать? Так, мы можем еще отсюда пустить дорогу. И здесь сделать еще один район, да? Угу. Так, дайте подумать. Так, ну, в общем-то, вот такой здесь сделал проездик. Здесь, получается, пристыковал дорогу. Здесь сделал отдельную дорогу для нового района. И вот здесь сделал вот такой вот интересный псевдомост. Такой у нас ух, и сразу вниз. Так, и давайте от него мы и начнем как раз строительство нашего нового района. Он у нас будет входить, так сказать, в новую жилую зону. И проходить у нас будет до самого конца. Давай сюда. Так, потом здесь сделаем еще одну дорогу. Оп. Так, отлично. Так. Угу. Блин, темнота, капец, не вижу ни хрена. Покажите мне квадратики. Так, а здесь мы уже будем делать... Здесь, кстати, можно сделать какую-нибудь интересную темку, пока не будем там ничего делать. А вот здесь можно сделать новый район. Давай. Такие дворовые зоны у нас будут. Сюда, сюда и сюда. Так, здесь у нас будет выходить вот сюда дорога. Во. Разбиваемся по клеточкам. Так, хорошо. Сразу здесь провести воду. Ну, в принципе, вот так вот можно здесь проводить. Оп, вот так вот, ребрами. Раз, так, здесь мало. Идем вот сюда. Подожди, ниже. Чуть выше. Во, идеально. И захватываем почти всю область. Ну, там кое-где есть косички, но если вдруг будет, то исправим. Так, хорошо. Теперь здесь. Здесь мы сделаем... Здесь мы... Как мы здесь сделаем? Я думаю, здесь поставить прям очень большой парк. Где он у нас? Слушайте, а подожди, а может быть даже какое-нибудь уникальное сооружение здесь поставить? Слушай, а здесь... Не, ну стадион это будет перебор. Перебор это у нас что такое? Символ изобилия. Блин, он шумный. Лишний шум нам ни к чему. Так, оперный театр. Ну тоже довольно-таки шумноватый. Хотя, слушайте, а можно здесь поставить? Просто здесь я не буду сделать жилую зону, мы здесь поставим оперный театр, так как у нас здесь будет высокая плотность, и люди будут очень этим, кстати, довольны, и это повысит стоимость жилья в этой области. Давай-ка мы, наверное, так и сделаем. Так, сейчас только... Сейчас подумаем. Так, давай вот так вот тогда сделаем сейчас. Сюда. Сюда. Сейчас, подождите, здесь. Чтобы у нас все было четенько. Так, здесь ставим театр. Отлично. И вокруг него будет у нас дорога. Так, подожди, дай как тебе сделать-то. Нет, не получается. Давай так сделаем просто пешеходную зону. Здесь за ней, да? Сейчас там пока жалуются, что света нет. Ну, подождите, господа театральщики. Будет вам свет. Блин, почему я здесь не могу... Ой, короче, ладно, сейчас сделаем по-другому, потом это я все дело уберу. Так, на паузу. Пока сюда пристыкую, но эту дорогу я здесь уберу, потому что... Что это за кривота?
Потому что она здесь не нужна. Мне просто нужно провести пешеходную зону. Прописать все равно не могу, а здесь? Здесь более-менее могу. Ну, надо, чтобы я и здесь смог. Скорее всего, просто надо дорогу ровно сделать. Она мне криво ложится. Ты собака, пацан. Прямо не хочешь, потому что там неровно, да? Так, а если отсюда вот так вот? Блин, я ведь додумаюсь, как можно это сделать. Так, ну здесь, к сожалению, никак. Здесь тоже. Тихо. Ну вот. А почему нельзя-то? Место уже занято. Так, давай тогда сделаем немножко по-другому. Это сейчас сносим. И мы его передвинем. Не-не-не, не надо его сносить, или что? Просто немного сдвинем его. Вот сюда вот. Чуть-чуть сместим. Никто даже не заметил. Все хорошо. Так. Не вижу. Вижу. Так. Вот так. Все, теперь вот эти вот лишки убираем. Мне ни к чему. Так, блин. Как-то получилось кривовато, если честно, да? Ну да ладно. Здесь потом мы сделаем сразу же большой парк. Где у нас большой-большой парк нужен мне? Где-то вначале должен быть. Вот такой здоровый парк. Так. Правда, что-то он совсем большой мне. Некуда его ставить. Вот. Вот такое надо мне как-то кладу поставить. О, идеальное место. Это у нас что получается? Это у нас сквер. Нормально. Здесь у нас сквер. С другой стороны мы сейчас сделаем парковочки. Пока запускаем время, пусть она тикает. Две парковки сделаем. Даже можно было больше, но... Ну, не буду. Так, с освещением. Сейчас, секундочку, ребята. Сейчас вам будет свет. Давай сюда, бац. Все, свет есть, вода у них там должна быть. Сейчас я тут немножко еще на хулиганю своим художеством. Добавим парку зелени. Давайте это за кадром что-то понатыкаю. Все, ну вот как-то так вот я тут сделал. Вот у нас такой театр. Такая крыша там. Хотел посмотреть, думаю, может там что-нибудь видно, но там ни хрена не видно. Все, и здесь мы сделаем, соответственно, домики с высокой плотностью. Так. Давай здесь поставим вот такой вот дом. Здесь чуть поменьше. Сюда вот так вот. Так, здесь я поставлю такие квадраты небольшие. Так. Ну, сюда, до дороги прям. А здесь поставим побольше. Сюда. Так, сюда. Здесь оставлю местом. Туда какой-нибудь, может, что-нибудь поставим. Так, сюда. Здесь прям всю область отдаю под дома. Здесь давай вот такие два квадрата сделаем. И квадраты будут у нас небольшие. Посмотрим, что из этого все повырастает. Здесь вот так вот. Ну и здесь такие два поставлю. О. Так, хорошо. Сразу давай здесь немножко коммерческой зоны добавим. Естественно, нужно здесь поставить коммерческую зону, как ни крути. Там сейчас... Господа коммерсанты быстро с руками оторвут. Считай, нифига себе, в таком месте, да? Давай сюда и сюда. Все. Кстати, надо район сразу выделить. Тоже его назначить. Так вот, оп. Оп. Так, оп. Ну, над этим районом еще предстоит, конечно, очень сильно поработать. Pleasant Square. Ну и все. В целом, в общем, как-то так вот у нас тут зарождение есть. Ну и потом мы его, естественно, продолжим. Он, скорее всего, будет у нас идти дальше вниз. Где-то до сюда вот.
И я думаю, здесь еще много чего интересного мы сделаем. Так. Люди сразу охотно сюда сразу заселяются, ну так естественно, ничего себе, тут театр вам сразу. О! Красота какая, да? Нормально, нормально. Так, ну у нас есть еще очень большая потребность вырастает в промышленных зонах. Поэтому я думаю, немного еще увеличить нашу офисную зону. Так, и у нас скоро начнутся проблемы с водоснабжением. Надо сразу это дело пресечь. Давай до 120 поднимем. Так как районы у нас большие вырастают, и воды нужно много. Все норм. Так, ну и давай сделаем отсюда вот дорогу. Так, давай сюда. И сюда. Так, а здесь мы ее сейчас так вот загнем. Раз. Два. Во. Вот такая вот получается у нас пристыковывающая. Так, ну и пустим параллельную такую пешеходную дорожку. Просто по этой теме. Сейчас, секунду. Где она, где она, где она? Так, сюда. Да, прямую просто вот так вот. Оп. Так. Эх, не получается, да? Давай сюда вот так вот сделаем. Отлично. Так, и теперь здесь просто втыкаем здание. Деловые зоны. Здесь я буду делать прям такие большие. Давай прям квадраты им давай. Получается 5 на 6. А, 5 на 5. Все правильно. Так, 5 на 5. 4 квадрата будет у нас в запасе. Так. А здесь не получается, да? Так, подожди, давай тогда переделаем сейчас. Там пусть в углу так и будет. А здесь мы сейчас немножко по-другому сделаем. Да? Так, и здесь у нас... Ну, где-то так вот. Да. Так, а здесь мы наоборот сделаем вот такие. Оп. Раз. Два-с. Ну и небольшие такие офисные здания здесь поставим. Угу. Здесь пока ничего не буду делать. Сразу мы тут сейчас все сделаем комфортик. Так, давай-ка здесь, может быть, даже какой-нибудь прудос поставим. Ой, там с водой проблемы. Сейчас, сейчас, ребятки. Сейчас мы вам сделаем... Нет, что-то пруд здесь, я думаю, будет не в тему. Пруд там будет не в попад. Сейчас сюда. И вот сюда. Ну, вот сюда пристыкуем, чтобы было замыкание. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Снова здесь сейчас поставим одну пока парковочку. Я думаю, этого хватит. Допустим, вот такой вот здесь сделаем парк, опять же. Так, а я здесь, наверное, не смогу никак. Чтобы не снести здание, нет, к сожалению, не могу. Да. Ладно, так, а пусть будет так. Как-то выглядит все это дело наше. Наша деловая зона. А у нас тем временем, кстати, уже денег больше миллиона. Хо-хо-хо. Богатенькие. Однако че. Здесь, кстати, еще можно тоже поставить здание. Ну, давай я здесь вот такие вот три клетки им дам, вот так вот, хоп, целиком. Пусть застраиваются. Ну и все, у нас немножко упала необходимость. Так, ну и у нас коммерческая зона, она можно здесь тоже поставить. Вот, допустим, сюда. Так, ой. По три квадрата. С высокой плотностью. Ну и здесь вот так, четыре, все. Пусть строятся, все у них там нормально. Ну и вот так вот у нас здесь, они уже даже какое-то здание такое развивается, какого на уровне. Почти до топового уровня прокачалось нормально. Ну, домики, смотрите, растут.
растут, развиваются потихонечку. Маленькие такие квадратики. Так. Здесь пока пристыковывать ничего не буду, дорогу. В принципе, кому надо через кольцо, могут проехать сюда. Тем более, здесь еще заездов вон целая куча. Поэтому здесь, я думаю, дорога не нужна. Как бы, чтобы это была прямая и такая скоростная магистраль городская. Внутригородская. Ну что, друзья, думаю, пожалуй, на этом мы сегодняшнюю серию нашу закончим. Появился у нас новый такой район с театром, с новыми дорогами, новая деловая зона. Точнее, даже сказал, бизнес-зона. И, собственно, новые названия можете придумывать для района. В следующей серии будем уже все названия прикреплять. Ну и все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забываем заселяться, закрепляться. И всем хорошего настроения. Скоро увидимся. Всем пока.